Всем привет! Сегодня 22 марта, и мы убираемся в сарае. Идем, Пяша, Бяша, идем, иди сюда, иди, мой хороший, иди. Да, она все время под ноги. Да, вот такая вот. То ли ей козла надо, то ли что, все время бегает. Вот. Гуляет, наверное, не знаю. Но мы ее хотим откормить на мясо. Бима, иди отсюда. Нельзя. Нельзя отсюда. Да, Бимочка? Уйди. Нет, он это... Куры его боятся. Отругать его. Вот мы. Ну да, надо приучать, чтобы он... Им не холодно, что-то они сбились в этот угол. Да тебе ничего, бегают нормально. Может, уже под вечер хотят спать. А, надо... Да. Может быть, завтра уже продолжить. Давай завтра. Да, они на насест, наверное, хотят. А где-то тут... здесь будет спать, да? Кто? Ну, да она везде, она где попала, ложится везде. Ну, вот так вот мы убираемся сегодня. Я тогда сейчас эту самку тащу. А, хорошо. Надо этот, картон, эту фанеру положить, эту. Конечно. Лапа они себе. А где это? Вилы все, что-то... Одни вилы в теплице. Зачем туда положил? А что-то я там тогда осенью еще тогда, с осени там. А другие были, по-моему, где-то там я видела. Уйди. Вот. Ну так, часть курочек на улице вышли погулять. Вот. В общем, работа предстоит море. Вот. Бима хочет сюда. Вот. Выглядывает. Да, Бима? Ты сюда хочешь? Вот так вот он сюда хочет и все. Да-да-да, да-да-да. Не пускают, не пускают Бимочку. Хочет сюда, не пускают. Ой, не пускают Бимочку, не пускают. Ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй. У нас сегодня тоже пасмурно. Вот такое небо пасмурное. Вот, а вон там вдалеке голубенькое такое небо, красивое. Вот. Мы, значит, занесли с улицы вот этот стол. Он у меня вообще-то в предбаннике стоит. Ну, сначала на улице, потом в предбаннике. И мы решили его занести сюда под рассаду. Я немножко убралась вот здесь в углу. Вот, и, в общем, тыкву вот эту надо выбросить, она порченная там. Вот, ну, в общем, понемножку убираюсь, потому что потом будет некогда, будет огород. Ну, и хочу заодно показать вот так вот у меня, значит, на этом столе рассада. Вот, и, в общем, мой фаленопсис я сюда поставила. Вот, ну, в общем, вот тут новые помидорки еще посеяла. У меня будет с интервалом рассада расти. В общем, цветы мои вот так поживают. Лилии будут у меня, в общем, цвести. Вот. Везде, в общем, на них есть цветочки. Вот. В общем, вот будут цвести. Вот. Ну, эти лилии у меня на окошке, они, конечно, поменьше. Вот. Ну, в общем, вот такие вот выросли. Перчик у меня, так это первый, вот неплохой, я сюда поставила его, потому что там в комнате, чтобы можно было окно открыть, потому что уже тепло и в комнате душно, мне пришлось, в общем, всю рассаду принести сюда и там. Баклажанчиков у меня осталось совсем мало, у всех, значит, была черная ножка, потому что на окне холодно, баклажаны любят тепло, теплую землю, в общем, мне пришлось их пересеивать. Вот сюда вот я в эти плошки я пересеяла, значит, баклажанчики. Вот. И, в общем, и вот так у меня растут мои помидорки на окошке. Вот. Я, значит, пропикировала тоже. Ну, вот некоторые вянут тоже, не знаю вот почему. А некоторые прям такие хорошенькие стоят. Вот этот мне не нравится. Вот он. Как-то подвяли листики.
И боишься поливать, потому что это черная ножка будет. Ну, в общем, не знаю. Ну, а так, в основном, помидорки хорошие. Эти два кутика у меня первые помидорки. Вот так вот неплохо они стоят. Вот, ну и остальные вот такие вот, вот так вот стоят помидорки у меня. И здесь на окошке. Вот. В общем, вот так вот я пропикировала свои помидорки. И посеяла еще вот в эту плошку. Еще, значит, посеяла. У меня будут, значит, у меня рассада будет с интервалами. Здесь на окошко я, значит, тоже поставила рассаду. Вот у меня помидорки. Я вот позавчера их только пропикировала. Вот они у меня принимаются сейчас. Вот. Ну, в общем, посмотрим, как примутся. Здесь вот перчики тоже. Это острый перчик. Несколько штучек. Остальные там. Вот. И здесь сладкий, по-моему, перчик. У меня я тоже вот их такие стаканчики посадила. Пропикировала сюда. Вот. Ну, в общем, и занесла сюда. Тоже поставила вот такие, ну, я бы сказала, что неплохие перчики. Вот. Ну, в общем, вот так вот они у меня тут стоят. Я вот так вот их поставила. Вот, повыше подняла, чтобы свет немножко был. Вот, ну, в общем, вот так вот поживает моя рассада. Ну, посмотрим, как они у меня подрастут, как вырастут. И вот так я обрезала, значит, вот эту длинную свою георгину. В общем, листики вот у нее скручиваются, вянут. Я макушку, значит, обрезала. Вот, и обрезала все листики. В общем, с надеждой, что вот здесь из пазух полезут новые листики, чтобы он был вот такой вот кудрявенький, пушистенький. Ну, в общем, не знаю, вот земля сырая, и прям и боишься поливать, и не знаешь, что делать. Сюда же я поставила свои цветочки. Вот. В общем, ну вот как-то так. Всем пока-пока.